Вот то, что я всегда проверяю все, вне зависимости от пола и возраста, это наличие спазма вот в этом месте. Ну, здесь немножко есть. Mm-hmm. Слушай, ну ты же вообще молодой, ты чё вообще? Вот это вот место. С левой стороны. Вот оно. Угу. Спазм немножко есть, все не так страшно. То есть мы нервничаем, переживаем. То есть вот это вот как раз-таки у нас стрессовые спазмы, которые могут привести к инфаркту, к сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с легкими. Потому что спазмы вот в этом месте, они нарушают кровообращение грудной клетки. И ни к чему хорошему это не приводит. Это не конец. Это не конец, нет, только начало. То есть я сначала проверила наличие спазма, спазмы есть. Все, забыла сразу носить себе бальзам. Теперь прорабатываем бальзам. Потому что обычно я просто тыкаю, смотрю, ага. Если спазмов нету, я с этого места отстаю и продолжаю дальше делать массаж по плану, который беру. Но если здесь я нащупываю спазм, я обязательно их прорабатываю. Да, это очень неприятно. Вот. Как раз в прошлом году у меня отец ехал пассажиром 5 часов в машине в Сочи, а потом после 5-часовой полной бездвижимости взял 2 больших тяжелых сумки и пошел пешком подниматься на 6-й этаж. На 4-м этаже он упал со всеми признаками сердечного приступа. В итоге довели его аккуратненько до квартиры. У него уже поплыл голос, как у пьяного, губы посинели. Сочи, лето, час пик. Скоро не будет непонятно, сколько ехать. В итоге я расстегнула рубашку и расслабила спазмы. Вот как раз там, где я сейчас прорабатываю. И через час мы уже поехали гулять в дендрариум, потому что у него тут же вернулась ясность речи. Вернулся нормальный цвет лица. Начал нормально дышать, ушли боли в грудной клетке, которые колющие, которые у него были. То есть спазм, он был предвестником инсульта, которого в итоге не случилось. Вот если при начале сердечного приступа проминать, кстати, это можно делать самомассаж. Вот ты можешь сам нащупать. Можно чуть-чуть передышки. Давай. Вот ты сейчас сам пальцем попробуй нащупать этот спазм. Потому что я его сейчас тебе массаж сделаю, а потом ты будешь это сам прорабатывать. Нет, это понятно. Болючее место знакомо с обычным массажем. Обычно здесь не должно быть боли, на самом деле. А очень у многих вот здесь боли. Да, потому что очень многие у нас стрессуют и нервничают. Вот здесь вот, вот это вот. Да, здесь обычно после тренировок долго засиженная работа тоже вот так вот. Берешь, поднимаешь, ну как-то. Ну, стрессы. Стрессы, 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 стрессы. Вообще человек здесь стресс. Да, конечно, я вижу по твоим мышцам. Серьезно. По твоим мышцам я прям очень хорошо вижу. Что внешне у тебя спокойствие, а внутри все-таки есть. Потому что у тебя очень глубокие просто слои мышц спазмированы. Поэтому ты мозгом стараешься позитивно мыслить, ты пытаешься как-то это, да, что я не стрессую, у меня все хорошо, но на подсознательном уровне идут очень интересные вещи. Они как раз укладываются в глубоких слоях мышц. Вот. Вот они. То есть тоже, если клиенту больно очень когда пальцами, можно сделать давление всей ладонью тоже. Это меньше, конечно, дает эффекта. То есть перенос тела сейчас в центр ладони, на спазмированные мышцы и переносим вес тела. Это тоже дает эффект, но клиенту не так больно. 5 секунд держим и проводим. Потому что вот те группы мышц, которые спазмированы, это не от тренажера. Потому что верхняя мышца у тебя она в порядке, как раз которую ты прорабатываешь.
так. И уже я просто чувствую пальцами, что уже здесь мягенько все. То есть того кома, который был изначально, его уже нету. То есть здесь тоже это очень аккуратная работа. Просто я думала, что у тебя здесь все будет в порядке. В твоем-то возрасте. Ну, ох, 30 почти. Здесь обычно после 50, где обычно такая штука. Достаточно много раз тут не закачала спине. Да. Не жирная, не благие, смотрим. Спокойный ты наш. Ну, здесь даже более-менее. Здесь внутри. Вот, да. Вот тоже не другие. Вот он. С этой стороны прячется. Вот он. Смотрим руку, что обычно, когда спазм идет сюда, также спазм идет по руке вниз. Вот он, есть. Вот. У меня руки тоже в масле. Я тут чувствую, волосы начали тянуться, да? Больненько? Ну, терпимо. Угу. В принципе, тот же. Находим пальцами спазм. Причем у каждого клиента они могут быть по-разному. У кого-то может вот эта вот мышца быть спазмирована, как у нас у Альберта. У кого-то может вот эта мышца спазмирована. Бывает вот здесь спазм. То есть здесь очень важно нащупать, какая мышца спазмирована. Конкретно уже ей уделять внимание на проработку. Здесь тоже принцип переносим вес тела в пальцы. Здесь мне нравится спазм. Так, шишечка. Живой? Не отвечай. Вот. Да? Не, ну я чувствую, что она перекатывается, но меня же, ну, для меня, честно говоря, я обычно сверху вис там проводил нормально. Типа так, как будто бы еще встыдилась. Надо положение знать. Когда просто у тебя рука, она просто расслаблена, ты стоишь, у тебя эти мышцы не закрыты, а когда ты вот ее кладешь, она расслабляется, она принимает другое положение, и все вот эти спазмы, они как раз таки достаются, прощупываются прекрасно. Точно так же, как тебе показывала мышцы под мышкой. Что только в определенном положении их можно достать. Да, вот, вот, вот. Вот, вот. Это очень опасная тема на самом деле, вот это вот, когда здесь спазм. То есть смотри, ты сам будешь дома, вот так вот руку отходишь, пальцем сюда залазишь и поминаешь сам. А вот сейчас чуть-чуть болевые ощущения пройдут, я потом попробую. Большим пальцем так видишь. Открыл руку, залез, массируешь круговыми движениями, аккуратненько, глубже, глубже, глубже проникаешь. Круговыми, не такими? Ну смотри,
эффективнее. Просто самому ты не сможешь себе так достать, как я делаю. Потому что здесь надо, чтобы ты лежал, потом и так далее. Когда ты стоишь, тебе вот проще всего, когда вот ты глубоко, но немножко как круговыми движениями поминаешь. Кулаком с усилиями как-то. Кулаком ты не залезешь. Ты не подлезешь. Но ты именно в таком положении, Арбет. Да. Вот. Я дальше. Руку положил сюда, это вот, и вот все, палец подлез. И ты уже здесь прорабатываешь. В это вот место. Потому что так только лежа ты сможешь. А сам себе ты не сможешь, у тебя силы не хватит. Потому что я же через весь вес. А как ты сам на себе силой веса будешь делать? Никак. Поэтому сам себе ты вот так вот силой рук прорабатываешь это все. Вот так. Уже, кстати, помягче стало. И руку тоже сам себе, как можешь. Потому что здесь вот, ты говоришь, что здесь делать массаж больно, здесь болеть нечему. Причина чаще всего вот здесь. То есть сустав у тебя еще не может быть поврежден. Нет никаких предпосылок. То есть чаще всего больно здесь, потому что спазм здесь. Это уже у многих клиентов, когда они приходят, жалуются на плечо, я начинаю массировать эту зону, не трогая плечо, и после этого у них возвращается подвижность плечевого сустава. Потому что спазмированная мышца здесь, она сжалась, и она держит, и она не дает плечу подняться. Здесь вот они все спазмы. Разгоняем кровь после массажа. И переходим ко второй части. А здесь, скорее всего, все не так. А можно опять масло? Смотри, нет, подожди, я сейчас не продавлю, если будет масло. Нет, здесь видишь? Так что можешь мне не рассказывать, что ты нервничаешь. Я не кричу. Только сейчас. Нет, а здесь у тебя все было забито спазмированно, здесь у тебя все мягко. Это уже предвестник сердечно-сосудистых заболеваний. То есть как раз таки на нервной почве чаще всего люди, которые много нервничают, переживают, у них вот здесь идет спазм, а потом через 3-4-5 лет после начала формирования спазма начинает припадывать сердце. А здесь вот все мягенько. Ты видишь? Нервничайте, хотите на массаж. И рука нет, да? Все хорошо. Вот. Так кажется, что ты здесь тоже сразу не поделала, ты попродавила. Нет. Там у тебя был сначала верхний спазм, я через него прорвалась внутрь, то есть там было много слоев. То есть я пока дошла. Тебе... Здесь тоже неприятно на самом здесь... деле. Нет, ну здесь у тебя все мягкое. Вот я трогаю, оно все мягкое. Там просто было как камень все. Здесь оно все мягенькое. Угу. Вот очень наглядный, кстати, показательный пример. Причина, почему я всегда всех проверяю вот на наличие спазма в этом месте. Потому что если этот спазм не убрать, ни к чему хорошему он не приведет. И сам он тоже, увы, не уйдет. Вот. Ну, вот теперь я думаю, что все. Работа с плечевым поясом у нас закончилась. Дальше переходим к шее.